Всем доброе утро, хотя уже ближе к обеду, 10 час. В Лазаревском жарко, последний день лета. Народ, как видите, направляется в сторону моря. На площади у фонтана Дуванчик пока еще пусто. Ближе к вечеру народа будет, конечно, побольше. Ну а мы, как всегда, к морю. Пойдем посмотрим, что там творится. Здесь вчера девчонки убирали, чистили травку, подрезали. Не скажу, что готовили к осени, но навели маленький порядок. Все, теперь точно к морю. Как видите, ручейки народа отправляются купаться. В парке днем красиво, но пусто. Голубая бирюзовая водичка. Пацаны дрыхнут. Вот такое вот оно утро в парке. Вечером здесь будет шумно. Народ будет гулять. О, в тенечке вообще классно. Все. Набережная. Вот-вот мы окажемся на причале. В морскую кассу уже стоит очередь. Термометр, что интересно, он нам покажет сейчас. 29 градусов с утреца. А народ собирается на прогулку на теплоходе. Музыка играет, а я опять стою на берегу. Парашютный катер. С парашютом желтый смайлик приближается к берегу. Людей на море в этот последний день лета дофигища. Водичка отличная, прозрачная. Сами смотрите, вот я вам покажу сейчас пляж с обоих сторон. Такое впечатление, что никто реально в школу не поехал. Лежаки, ну, не, может быть, не на все 100%, конечно, но на 90% точно заняты. Людей в море полно. Вода у берега прозрачная. Там подальше, когда заходишь, такая матовая становится. Сейчас я вам покажу противоположную сторону. Люди вон собираются на прогулке в море. Кто-то поел, тут все побросал. Не знаю, не убрали. Пляж Лазаревский 2. Чем он отличается, допустим, от июля, я не знаю. Мне кажется, так же. Людей очень много. Еще раз опущу камеру на воду, чтобы посмотрели, какая водичка. Вот такое вот заключительное, точнее, последнее утро. Лето 2023 года, но я скажу вам, что лето продолжается. Лето продолжается, друзья мои. Я в это верю. Прям реально. Попытаюсь приблизить чуть-чуть вам. Конечно, когда приближают, качество, наверное, похуже, но все равно. Приближается дракончик на парашюте. Если скажете слово «Феникс», скидка 10%. Ну и то, что птеродактиль, этот дракон здесь подешевле, вы и так знаете. О, кстати, температура уже 30 градусов, 9.51. Сегодня я проспал конкретно. Даже на море не ходил, не плавал сегодня. Всем доброе утро. На всякий случай говорю до свидания. Ну, не факт. Может быть, я еще что-нибудь доснимаю. Эти последние фрагменты лета. Ну, еще раз напоминаю всем, что, друзья мои, вся обратная связь у нас на Дзен-канале. Там я
стараюсь отвечать на вопросы. Хотя вопросов там практически никогда не бывает. Все, кто там бывает, там все знают. Всем доброе утро. Еще один фрагментик сниму. Непосредственно подойдем поближе к морю. Милая девушка, здесь купание запрещено, за канаты, пожалуйста. Купание здесь запрещено. В технической зоне. Пойдемте море глянем. И наличие народа в море. Уважаемые гости, пожалуйста, вернитесь в зону купания. Зона купания, обозначьте на первом для другого возвращения. В воду я сейчас не полезу, разуваться неохота. Ну вот такая вот она у берега. Переменчивая такая. О, летают эти вот товарищи. Сапоги. Крутятся красиво. И, кажется, у них новый этот шланг, который позволяет летать. Оранжевый какой-то. Вот такой вот пляж Лазаревский 2. Может быть, я опять что-нибудь досниму, а может быть, уже и не досниму. Сейчас посмотрим. Всем еще раз доброе утро. Я, наверное, после каждого фрагмента буду говорить вам доброе утро. И напоминать, что сегодня заключительный денек лета. Ну, вы видите Володю. Доброе утро, доброе утро. А значит, традиционная рубрика. Да, 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 подарки опять. Это с Бреста, Беларусь. Передали нам два магнитика. Красивый магнитик. Да. Это Брестская крепость. Да, я знаю. Тоже не знает Брестскую, это крепость. Да. Так, сейчас скажу от кого. Это от Анны и Марины. Анне и Марине спасибо. Да. Беларусь, привет. Кстати, очень много отдыхающих в этом году из Беларуси. Они в прошлом году были, поверь мне. Так, город Ливны. Ливны. Я знал. Я знал, про Ливны говорили. Да, Галина и Геннадий. С Орловской области, Сергей Нина, город Ливны, Орловская область, и Галина Геннадий. Такое впечатление, что все Ливны переехали сейчас в Лазаревское. Спасибо большое. Так, ну это подарки сегодня магнитики закончились. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех школьников с наступающим праздником. Сейчас ты получишь в обратку такое получишь. Блин, лето практически, последний день лета, море обалденное. Про школу не забывайте, готовьтесь в школе, учитесь. Жарко, а он им тут про школу рассказывает. Знания там. Смотри, очки побьют тебе все. Я понял. Все, всем доброе утро. Море, кстати, сегодня супер, Алексей, рекомендую сейчас посмотреть, теплое. Я, да. Я подходил к морю, но не плавал сегодня проспал конкретно уже. Наверное, решил, что последний день лета, надо поспать подольше. Да. Поэтому и утренний обзор, сами понимаете, у нас поздний. Всем пока-пока. Всем спасибо за подарки, Владимиру спасибо за посреднические услуги. Да, да, да. И деньги не берет, главное. Пока, всем пока. Пока.